Скупаться там. Все распалить. Пожарить сало типа. Ну, до позднего вечера. Ну, чуть небо закрылось. Не было ни просвета. Это еще было терпимо. А когда начал крапать дождь, я не выдержал. Я, короче, просто взял и пошел домой. Дождь начал крапать. Получается, планы сдвинулись. Но остались заготовленные дрова. Меня ждут. Я надеюсь, никто их не спалил. Так красиво я там заготавливал. Маленький такой пионерский огонек хотел зажечь. И тут начало крапать. А в итоге что оказалось? Оно покрапало. И как только я домой приехал, уже все прекратилось. Не, я, конечно, если бы знал, я бы остался. Меня эти краповки не испугали, дров полно. Согрелся в любом случае. Не замерз бы. Ну просто небо было так обложено. И ветер в мою сторону. Прямо из-под меня было плохо. Это говорит о том, что может сильный дождь. Ну и возбежание. Это не урядится. Конечно же. Вот. С другой стороны, я люблю снимать именно когда солнце, светло. И фото наделал с другой стороны. 400-300 фото. День нормально прошел. Ну хорошо, что я не остался, потому что в итоге я же делаю все видео, чтобы побольше света подарить себе, если кто-то смотрит. Ну и в будущем буду смотреть, подарить себе больше света, красивые цветочки. Одну фоточку замутил. Короче, поэтому сегодня, я надеюсь, будет больше света, будет больше тепла, и у меня все получится. Совершу начатое. Я взял вчерашнее сало, которое, так сказать, зря собой вообще вчера брал. Я взял сегодня его снова. Сегодня-то я его приговорю по-любому. Если только дождя не будет. Еще не дождская, напрягает. Ну что, счастья вам, удачи, любви, успеха. Встретимся в следующем ролике. Пока-пока. Будьте счастливы.